Ну что ж, друзья, всех приветствую на канале Валерия Хаоса. Мы продолжаем наше космическое приключение в игре In Space 2980. И, наконец, подошла финальная серия. Нам в этой серии нужно спасти Соню и, наконец-то, встретиться лицом к лицу с призраком. Не знаю, как это будет происходить, либо мы будем с ним биться, либо мы будем с ним договариваться, я не знаю точно, вот, но, как говорится, поживем увидим. Ну а основной задачей пока нам нужно спасти Соню, вот. Но для начала мы зайдем в апгрейд корабля, апгрейдим корабль. Мы хотели сделать улучшить корпус, это раз, вот, регенерацию корпуса поставим, это два, и у нас 10 тысяч еще свободных. И что мы на эти 10 тысяч купим? А купим мы, наверное, энергию, запас энергии поставим, да, так будет, я думаю, лучше. Из скинов мы... О, открылся еще один скин. Гжель. Увеличен шанс выпадения артефакта щита. Ну, этот артефакт и так, можно сказать, частенько выпадает. Так что мы оставим все-таки выпадение оружейных артефактов, как и было. Вот. И переходим непосредственно к выбору миссии. Итак, спасти Соню. И убежище вычислили предполагаемые координаты Сони. Мне необходимо сопроводить ее судно в безопасное место. Защитить корабль Сони. Ого. Ого-го. У нас была миссия по сопровождению корабля. Было не так легко. Вот. А судя по тому, что это уже почти финальная, предпоследняя миссия, я думаю, что это будет еще сложнее. Ну что, давайте по стандарту выбираем оружие. Вот. А дальше, как обычно, будем смотреть. Ох, как же я рада, что ты сюда добрался. Информатор сообщил мне координаты призрака, но на нас сразу же напали его люди. В спешке я указал эти самые координаты для прыжка, и вот я здесь. Чтобы снова воспользоваться варпом, моему кораблю нужно пространство побольше. А тут кругом астероиды, мины и эти странные корабли. Система маскировки скрыла меня от них, но рано или поздно они нашли бы меня. На какой черт ты вообще полетела одна на встречу с этим информатором? И где призрак? Ты сказала, что получишь его координаты. Ладно, давай сваливать отсюда. Ну что, мы ей говорили, чтобы она ничего без нас не предпринимала. Вот, давайте наедем на нее. Ну, я подумала, что ты все летаешь, воюешь с толпами врагов, а я на станции отсиживаюсь. Нехорошо как-то. А призрак был здесь. Я видел его корабль. И да, он явно затевает что-то нехорошее. Видел эти жуткие корабли? Это что, та самая высшая раса, о которой он проповедовал? Знаешь что, я хочу поскорее убраться отсюда. Поговорим в убежище, хорошо? Ну, ладно, Соня. На этот раз я себя прощаю. Ладно, давай сваливать отсюда. Итак, у нас задание сопроводить корабль Сони. Вот. Предыдущая миссия по сопровождению корабля была не очень-то такая легенькая. Я надеюсь, это будет полегче, но не факт. Не факт. Какие-то новые корабли. Корабли врагов, это вот та типа высшая раса, про которую говорила Соня. Заметили, что мины не выпускают свои осколки? Ай-яй-яй, короче, что-то я тут напропускал. 72% уже корабля. Не, это не есть хорошо. Так, энергию взяли.
Радует то, что корабль тоже отстреливается. Прошлый корабль, который мы сопровождали, он такого не делал. Он тупо летел. Надеюсь, нам это хорошенько поможет. 65% уже, блин. Ну а как тут, как? Вот как тут? Их тут слишком много. 40% это, блин, это жесть, конечно. Не, мне кажется, мы не долетим. Не получится у нас долететь уже 33%. Я не знаю, эти вражеские патроны, вражеские снаряды на себя брать, что ли, врезаться в них, потому что по-другому никак. Энергия быстро кончается еще. Да. Совершенно не как 13%. А мы еще только половину не прошли даже. Ну, будем пробовать. Не знаю, с какой попытки у нас это получится. Четыре процента. Конечно, жесть. Нельзя как-нибудь его реанимировать, не знаю. Корабль этот. 2%. Жесть. Так, больше половины пройдено. У нас корабль же почти разбитый. Блин, не знаю, получится ли. Со всех сторон летят враги. Не успеваешь за всеми уследить. 19%. О, еще какая-то чепушила тут прилетела. Блин, вот этот урод. О, есть, умер. Больше половины пройдено уже. Блин, у нас всего 19% у корабля. Не знаю, что делать, короче. 18%. Я тупо, короче, закрываю с собой от выстрелов вражеских. Корабль Sony. Шкала такое ощущение, как будто стоит на месте. Ну, я имею в виду шкала уровня. Но как будто не сдвигается. 11%, не знаю, дотянем или нет. Ай-яй-яй-яй. Спасает то, что сам корабль тоже отстреливается. Блин, 9%. О, черт. 7. Чуть-чуть, ну. Самому бы не сдохнуть, блин. 5. Жесть, короче. Давай, дотянем. 3. Нет, не дотянем. Или дотянем. Нет, не дотянем. Фу, дотянули. Это было просто на волоске. Жесть. Отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 14 тысяч очков. Погнали в убежище. Фу, выбрались. Спасибо, что вытащил меня. Теперь к делу. Все-таки моя вылазка оказалась не напрасной. Один из моих дронов сумел проникнуть на корабль призрака и скопировать данные с навигационного блока. Теперь у нас есть координаты его основного места дислокации.
Призрак опасный противник, поэтому хорошо подготовься перед вылетом. И да, я полечу с тобой. Буду прикрывать тебя из своих турелей. Это всяко лучше, чем отсиживаться в убежище. Хотя шансы на победу у нас, мягко говоря, невелики. Не волнуйся, мы справимся. Так, Соня полетит с нами, получается, да? Окей. Так. Миссия называется «Последнее сражение». О, как это звучит, как это звучит. Так, Соня установила местоположение призрака. Меня ждет финальное сражение. Задача — уничтожить корабль призрака. Ой, что-то будет. Ну что, давайте по стандарту. Так. Не знаю, неуязвимость поставить или торпедостиратель. Давайте попробуем торпедостиратель. Вот ты и попался. Здесь, в межгалактическом пространстве, твоя новая подружка не поможет тебе. Она даже не знает, где ты. Но не переживай, ей сейчас все равно не до тебя. Полсотни моих бойцов уже встречают ее. Как я здесь оказался? Внедрить в убежище лояльного мне человека было нетрудно. Он внес некоторые правки в твой варп-двигатель. И да, это я позволил Соне выследить меня. Неужели вы думаете, что я бы не заметил проникновение дрона-разведчика на свое судно? Все ваши жалкие попытки противостояния бессмысленны. Портал будет открыт, и новые боги войдут в этот мир. И наведут в нем порядок. Это нельзя предотвратить. Бла-бла-бла, ничего нового. Лучше скажи, зачем тебе уничтожать убежище. Или... Не хочу выслушать твои пафосные речи, давай уже покончим с этим. Давайте поболтаем с ним. А я не пытался его уничтожить. Эта станция играет важнейшую роль в моих планах. Ты, может, еще не понял, но убежище есть портал. Древнейшие цивилизации построили его, чтобы впустить в наш мир высшую расу. Было совершено много попыток открыть его, но всегда приходил кто-то вроде тебя, чтобы все испортить. Тоже мне герои. Но ведь Кайбер Тэч явно пытался уничтожить станцию. Я был уверен, что это твоих рук дело. Не хочу выслушать твои пафосные... Ну, понятно. Окей. Да я понятия не имею, кто за этим стоит. А, кто стоит за ними. В какой-то момент они объявились и чуть было не разрушили мои планы. У них, видимо, какие-то свои планы касаемо убежища. Но ты очень удачно помог решить мне эту проблему. Теперь же я разделаюсь с тобой и, наконец, выполню свой долг. Не думаю, что раз я один, то не смогу хорошенько надрать тебе задницу к бою. Да. Сейчас мы тебе надерем задницу, призрак. Готовься. Погнали. 13 важных модулей надо разрушить. Жесть. Так. Пока стоит только, в принципе, уворачиваться. Блин, а вот и подмога начала прилетать. А, зафиксированы, нифига себе. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Какими он штуками тут начал кидаться. Окей. Какие живучие у него модули. Воу-воу-воу-воу-воу, жесть. Так. Блин. К такому я был не готов. Один модуль уничтожен. Это радует. Всего один. Ну ладно. Блин, у нас еще не накопилась суперспособность. Ну давай, быстрее уже накапливайся. Ну я хочу долбануть хорошенько. Так, два модуля уже уничтожено. Снова эти самонаводящиеся ракеты. А, критические попадания. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Тут надо аккуратненько. В принципе, вот найти вот такие лазейки. О, можно. Отлично. 4. Здорово. В принципе, вот находить вот такие лазейки там всякие между вражескими патронами, в принципе, несложно.
Воу-воу-воу, нифига себе очередь такая в меня. Так. Ух ты! Вот это шквал огня я пустил. Так, 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 так. Отлично. Блин, энергия кончилась. Не есть хорошо. Мочи, мочи. Снова эти самонаводящиеся ракеты. А! Там энергия... Да, что ты? Так, 5 модулей уничтожено. Всего лишь 5. Началось. О, самонаводящаяся ракета началась. Больше всего они меня бесят. 6, отлично. Блин, еще и энергия кончилась. Сейчас еще и жизни кончится. Так, отличная энергия. Сейчас еще и жизни кончится. Отлично. Можно вот так. 8. Есть. Больше половины. Получается, да, уничтожено. Осталось немного. Мы сможем. Я знаю, мы сможем. Вот эти вот самонаводящиеся. Вот эти бы модули уничтожить. Было бы вообще ништяк. Так. Ну, хотя вот эти вот еще более-менее. А вот есть другие самонаводящие ракеты, которые жестят просто. Давай, копись ты уже там суперудар. Воу-воу-воу-воу, это нам ни к чему. Критические повреждения. Так. Так, 9 модулей уничтожено. Наводящие ракеты. Еще 4 штуки осталось. 4 штуки. И призраку капец. Я надеюсь. Я надеюсь на это. Так, отлично. 10. Еще 3. Еще 3. Низкий уровень энергии у нас. Так, но снарядов стало меньше лететь, заметили, да? Все равно лучше не попадаться. Иначе будет бобошка. Будет очень больно. Начал тут. Начал одними самонаводящимися ракетами фигачить. Заметили, да? Воу-воу-воу-воу. Так, так, так. Блин, какие они живучие-то эти модули. Сколько уже по ним попал. Ну, хотя бы один, ну, взрывайся давай. Что ж ты такой бронированный-то весь? Блин, у меня еще и энергии вообще. Накопилось бы. Супер удар накопился бы. Было бы ништяк. То неуязвимость только накапливается. О, отлично. Нет, даже это не помогло. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не-не, нам это не нужно. Вообще не нужно. Сколько можно-то?
немножко поднакопили энергии. Короче, в те моменты, когда включаем неуязвимость, можно поднакапливать энергию. Так. Ай! И останавливаться ни в коем случае нельзя. Да сколько в тебя можно стрелять-то уже? Давай ты сдохнешь уже, нет? Нет! Сейчас он только и будет фигачить такими вот самонаводящими ракетами, потому что пушки только эти и остались, в принципе. Я думаю, сюрпризов больше никаких не будет. Так. Блин. Модули-то эти жесткие. Пробьешь, называется. Главное не сбиваться. Главное не сбиваться. У меня еще энергия закончилась. Вообще не есть хорошо. А прекращать стрелять и копить энергию — это... О! Один мы уничтожили еще. Это отлично. Два модуля осталось, ребята. Фу. Конечно, призрак пожестил. Но хоть поменьше уже ракет начало вылетать. Ибо... Так, давайте чуть-чуть поднакопим. Давай, супер удар. Копись, быстрей. Ты мне очень нужен. Очень. Блин. Плохо без шкалы жизни противника. Не знаешь, сколько еще долбить по нему. Так, так, так. Давай. О, есть, накопился. Супер удар. Очень хорошо, но мы его выпустили, но ничего он не разбил. Может, и отнял, ну, урон нанес какой-то, но пушки он не разбил. Давай одну еще, и будет легче, намного легче. Сколько в тебя можно уже стрелять? У него же палец отсох. Есть! Отлично! Фу! Есть! Мы это сделали, ребята! Мы это сделали! Отличная работа! Можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 15 тысяч очков в убежище. Надеюсь, игра пройдена. Миссия выполнена. У нас получено достижение. Что? В смысле? Зафиксирована критическая неисправность. Устройство ВАП-двигатель, статус поврежден. Анализирую возможность ремонта. Результат: ремонт невозможен. Без ВАП-двигателя вы не можете вернуться в убежище. В смысле? Замечательно. Не хватало еще застрять не пойми где посреди космоса. Есть какие-нибудь варианты? Мы находимся далеко за пределами обитаемых миров. Добраться куда-либо без ВАП-двигателя мы не можем. Системы дальней связи повреждены. Система жизнеобеспечения сможет поддерживать нормальную жизненную активность в течение 67 часов. Шансы на спасение минимальны. Да что же вы будете делать-то, а? Да, не такую концовку я ожидал. Что ж, хотя бы призрак повержен, и моя задача здесь выполнена. Да, концовочку мы не такую не ожидали. А, да ладно. Это все-таки концовка игры. В итоге, короче, мы остались где-то в открытом космосе, фиг пойми где. Вот. Но мы всех уничтожили. Всех и вся.
Ну что ж, друзья, скажу, игрушка прикольная, да, прикольная. Нервов она тратит очень много, да, очень много. Миссии есть как и лайтовенькие, так и миссии, над которыми можно попотеть, причем очень и очень попотеть. Вот. Ну что ж, игру я советую тем, кто любит скролл-шутеры, вот, в таком, игры в таком формате. Игрушечка красочная, музыкальное сопровождение офигенное, скажу вам. Вот. Ну, моя оценочка, наверное, 7 или 8 из 10. Вот так я скажу. Ну что ж, и на этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также оставляем свои пожелания по прохождению видеоигр. Вот, какие игры вы хотите увидеть на канале. Можете писать в группе ВКонтакте, там есть отдельная графа для этого, отдельное обсуждение. Или же в комментариях. Ну а я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока. И снова я прихожу на помощь, когда ты в столь затруднительном положении. Вижу, с призраком ты уже разобрался. А я, между прочим, тоже без дела не сидела. Мне пришлось в одиночку расправляться с его подручными. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Еще бы. Тебе повезло, что мне удалось поймать того гада, который влез в систему вар-двигателя твоего корабля. В общем, я тоже рада видеть тебя. Предлагаю вернуться в убежище. Да, отличная мысль. Итак, главный злодей побежден, мир спасен, а друзья снова в сборе. Вот он, счастливый финал. Призрак не сказал, зачем хотел уничтожить убежище, и как он вообще связан с Кайбертэч. Убежище является порталом, который призрак собирался открыть, а у Кайбертэч были на него свои планы. Вот как, значит, за Кайбертэч стоял вовсе не призрак. Но кто тогда, если все так, как ты говоришь, то убежище по-прежнему в опасности? Портал это или еще что-то, не важно. Важно лишь то, что это мой дом, и я буду его защищать. А что насчет тебя? Что ты теперь будешь делать? Ну, пока существует портал, существует и опасность его открытия, поэтому я задержусь здесь на какое-то время и буду за ним присматривать. Отличный ответ, я за. Уверена, что пока ты здесь, убежище ничего не угрожает. А еще у тебя будет полно времени, чтобы наконец рассказать мне, кто ты такой и откуда пришел. Конечно, когда-нибудь.